А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Alex Fresh. Мы продолжаем играть в BeamNG Drive, и наконец-то она возвращается. Сегодня у нас будут прыжки на нескольких машинах. У нас их тут, по-моему, 8 штучек. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 машин, должна была быть еще 9-я Lambo Urus, но она почему-то не едет. Я пытался в ручном режиме выставить коробку вперед, назад, первая передача, задняя, нифига она не приключается, но машина работает. Поэтому мы ее убрали. А сейчас у тебя есть 3 секунды, чтобы подписаться на канал. Успел? Красавчик. Вот, по бимке, конечно, тут управление стало гораздо хуже, оптимизация стала гораздо хуже. Так что вот старые версии, когда я помню снимал, все ныли типа, блин, сними новое, это же старое. Блин, да старое лучше работает, чем новое. Новое вообще говно. Настолько тупая, что капец. Очень медленно прогружается машина. На старой, ну, раз в 10 быстрее это было. Причем на HDD-шке, на обычной. Итак, давайте начнем. Я думаю, что мы будем стартовать вот от этой линии. Так, а как я раньше катался? Что у меня управление на стрелочках как-то аж непривычно. И стартуем. Будем смотреть, кто дальше прыгнет. Если что, не забывайте рассаживаться и пишите, если что, списочек, кто победил. Ну, я, конечно же, запомню, кто победил, потому что я сейчас буду смотреть. Но в целом всю линейку. Упс, кажется, X неудачно прыгает. Масляное голодание, ну это BMW, мы только начали. Ах, сколько? Так, я что-то... Слушайте... Вы извините, конечно, но я что-то втыканул дистанцию как-то. Как-то я ее втыканул. Поехали еще раз. Так. Летим. Надеюсь, в этот раз не провтыкаю. Это, конечно, было сейчас сильно. 200 есть. 300, где отметка? 300 есть. А тут по сколько? По 10? Ну, типа, да, наверное. 315, да? 315, я думаю. Думаю, 315. 315 метров. Так, хорошо. Первый победитель есть. Просто сходу 315 метров. Так, Кадиллак. У нас, кстати, если вы заметили, машины все внедорожники, ну... Внедорожники, паркетники там еще как бы есть. И все по разным странам, как бы. Вот, но в этом фишка. Так, это первый был немец, сейчас у нас американец. Погнали. Также стартуем с этой же линии. Ой, не туда. Чтобы хоть что-то видеть, сейчас нужно. Ну... Триста тридцать метров. Слушайте, ну явно больше, чем BMW. Явно больше, чем BMW. 330 метров Кадиллак. Удивительно, да? Бэха вроде должна быть быстрее, но у нее просто масляное голодание оказалось, началось раньше, чем нужно. Так, хорошо. Чуть тачку не восстановил обратно. Следующее. Range Rover. Ой, что-то ему вообще плохо. Ой. У него и тормозов нифига нет. А как назад поехать? Короче, я думаю, что мы стартанем вот отсюда, потому что, ну, что-то все реально очень плохо. С этим Range Rover ему очень тяжело ехать. А! Я просто на замедление еду, думаю, блин, а что с ним такое? Думаю, что он такой медленный, тупой какой-то. На замедлении катаюсь, так, все норм. Но я думаю, нифига, он какой-то глючный. Думаю, вроде подъезжал, нормально все было. Так, поехали. Что-то у него проблемы какие-то с текстурами. Моды качал все свежие, 2023 года. Но что-то они как-то по покраске хуже, чем 2014. Так, 260, скорость на прыжке. Ох ты, блин, это точно рекордсмен на данный момент. 420. Просто 420. Но он просто за счет того, что жопа оказалась тяжелее.
Ого, он реально дальше всех пролетел. Он прям так... Я не знаю, как... Пролетел так интересно. Так, Нива. Тоже она какая-то вся ущербная с виду. Типа, смотрите, она, он дыра у нее какая-то. Или это не дыра? Может, это отражения такие кривые? Ну, короче, моды сейчас какие-то... Блин, ну... Так себе, я не знаю, я может вообще поставлю потом обратно старую версию, у меня, кстати, где-то еще вроде валяется моя сборочка. Ну потому что вот это вот, ну это безобразие, это чтобы вы понимали, сейчас вам покажу, как она выглядит на картинке, как она должна выглядеть. У меня отключены только отражения в реальном времени, неужели они такое дают? Где эта Нива? Вот она, типа, ну норм вроде. Может, типа, отражения в реальном времени так влияют? Ну, типа, она прям... Ей очень плохо. Ну-ка. Графика. А, динамические. Но... По-моему, ей лучше особо не стало. Что такое генерация? А, типа, он сам номерные знаки придумает? Ну, типа, блин, ну вы видите. Вы видите? Ну ладно, не будем на это тратить время. Что не так с тобой? Что с тобой не так? Подожди. А, назад в реальном... По-моему, было Alt вперед в реальном времени, а тут получается замедление, наоборот, включается. Я поэтому и туплю сейчас. Напишите в комментах, оно реально поменялось за эти несколько лет или нет? Или так и было? Чё она не едет? А, ну это ж Нива, точно. Ну, в реальном времени все четко. Ну, по скорости у Рейнджика было на полтинничек больше. Это худший результат. Ну, можно сказать 200, вот так вот, типа, знаете, ей поблажку дать, 200 метров сказать можно, но... Тут все очень плохо. Это худший результат за сегодня. Так, первое место у нас Рейндж. Старенький. Последнее место у нас Нива. Дальше. Kia Sportage. Kia Sportage. Панорама, все дела. Ну блин, ну реально какая-то фигня с отражениями. Ну ладно. Напишите в комментах, как поправить это. Это выглядит просто, ну, ужасно. Может, я что-то не так там накрутил? Ух, ну почти 210, но главное, что не последнее место. Ну, предпоследнее получилось на данный момент, но зато не последнее. О, смотрите, похоже стало на Теслу. Это же реально, смотрите, Тесла, все. Похоже на Теслу, эту горбатую. Блин, слушайте, ну рекорд по залету вперед. Так, следующий, взяли Lexus. Lexus с зелеными фонарями и с зелеными габаритами. Так, ну чё. Погнали на Лексусе. Фига себе, блин. Комод какой-то прям с виду. Что-то его ведет налево немножко. Слушай, ну... Сколько там? 300 было, да? 300. Ваш коммент. Ух, как хорошо пошел. Кубарем прям. И... Второе место по дальности. Не, ну вообще на самом деле у нас-то... Рейндж, если что, пока что победитель. Так, предпоследняя машина. Шкода Кодиак GT. Я не знаю, существует ли Кодиак GT. Но Кодиак, думаю, знают все. Так,
Ну чё, поехали. Ну, Кодиак с виду, кстати, борзенький такой. Резво трогается. Ой, нифига, даже стреляет выхлоп. Есть шанс на успех. Все, сдохла машина. 256. Сколько там было? 430 или 330? А, ну, сейчас было 310, короче, но... Кодиак не победил. Кодиак у нас не победил. Смысл? Чё за бред? Вы видели? Я нифига не нажимал, он сам включил замедление. А почему? Напишите в комментах, кто шарит. Почему игра сама включает замедление? Тебе показать, как это красиво? Так я сам включаю, сам выключаю. Короче, что-то с игрой намутили. Однако это не совсем играбельное. Напишите в комментах, мне играть на этой версии в сратой или поставить старую нормальную? Потому что, ну, это странное. То замедление само сейчас включилось. Я сейчас случайно заметил, может, до этого оно реально само тоже включалось. Ну, скорость тоже 254. Ну-ка. Ой, хорошо летит. И 335. Так, 335. А сколько у нас Range Rover был? 335 или 435? По-моему, 435 Range Rover. Вот, в реальном времени. Все, отпустил, ничего не жму. Сейчас не включилось. Я хз, как это работает. Так, мы сейчас на Range Rover переедем, если что. Но давайте посмотрим сразу, кто выжил, кто не выжил. Я, естественно, за рулем, а вы, кто где рассаживался, смотрите, пожалуйста, живы вы или нет, и пишите в комментариях. Так, так, это был Range Rover, теперь... В смысле? Это точно был Range Rover? У нас... А, вот, Бэха первая, с Бэхи надо начинать. То я туплю, я смотрю, как-то список неправильно идет. С Бэхи начинаем. Я за рулем, но мы всегда смотрим, как вы помните, по целостности свободного пространства, а не то, что там нас бы уже физикой просто размотало. Нет, то вдруг сейчас, то даже не вдруг, а точно в комментах сейчас полезут, начнут плакать. Вот, короче, я живой, а вы, кто рассаживался, тоже смотрите, живые вы или нет. Дальше. Кадиллак, кстати, слушай, не едет. Ну, с виду прям живенький. Но, правда, чуть справа подвеску повырывало, а так прям бодренько выглядит. Ну, Range Rover тут, конечно, ножкам больно, но... Короче, спорно. Очень спорно. Так, а как приближать тут? А, вот. 9.3. Блин, ну водителю тут досталось, конечно. Не знаю, напишите в комментах, живой водитель или нет. Дальше, Нива. Ну, кстати, Нива целая лежит. Но ей это особо не помогло. Нива, по-моему, даже типа целее, чем этот. Она прям с виду реально на ходу. Но я думаю, что ехать в Ниве все равно хуже, чем смерть. Так. А это что? Тесла наша. Ой, не Тесла. Этот. Киа. Киа. Киа Тесла. Блин, ну тут... Я оставлю это без комментариев. Тут просто бетонная плита вошла в салон. Или салон в нее. А дальше. Lexus. Слушайте, ну у Lexus, ну, салончик в порядке. Целый. Слушайте, он поедет, не? Ну, движок заводится. Но не едет. Так, а это что? Что это такое? Что это за машина? А, это Кодиак, точно. Или нет? Наверное, да. Но не Sportage. А, ну да, значок Шкода на колесах. Так, ну, пространство салона более-менее норм. Багажник разворотило, под капотку разворотило. А так в целом... Нет, даже не газует. Volvo. Безопасный автомобиль, говорили они. Так, ну, у водителя явно ему хлебало, подмяло рулем, потому что реечка прям выстрелила вперед. Ну, кроме водительского места, в целом все норм. Он тоже не газует.
Не хочет. Так, ну и Volvo была последняя машина. Так, мы сейчас переедем на Range Rover, чтобы просто понимать, чего нам ждать. Ну что, погнали. Ну вот на него посмотришь, он такой мягкий, вальяжный, типа куда-то далеко не поедет, но прям... Давай, фиксируем 400 метров. И скорость самая высокая, 263 было или что-то такое. Ну да, это однозначно. Первое место 400. 25. 425 метров, да. Соперника у него нет. Явно. Так что Range Rover победил. А Нива у нас проиграла. Ну что, народ, думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс Фреш и всем пока-пока.